На 59-летнего жителя Пинского района было заведено уголовное дело, и он предстал перед судом. По словам обвиняемого, около года назад в деревне Стаховичи на чердаке дома, доставшегося в наследство от деда, он нашел оружие. Это был карабин 1939 года выпуска. Расскажите, как вы его нашли? То есть он просто лежал свободно? Прижат протекала, да, я только полез туда. Он загон там лежал. Я его чисто снял и поставил все. Посмотрел и поставил, и ничего не делал. Маузер обнаружил участковый милиционер, который прибыл по адресу в поисках сожительницы обвиняемого, которая в тот день не явилась на работу. Сотрудник правоохранительных органов увидел оружие, тут же принял меры по его изъятию и сообщил о преступлении на вверенном ему участке. Скажите, пожалуйста, а почему вы его решили у себя оставить? Я не оставил, я чувствую, я про него забыл, просто что не сдал вовремя. Если бы сдал свою находку в милицию, то не стоял бы перед судом. Ведь по закону лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности. Так как он этого не сделал, и фактически около года он хранился по месту жительства огнестрельное оружие, собственно говоря, поэтому он и понес наказание. По приговору суда он осужден к наказанию в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года без штрафа. К слову, по части 2 статьи 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусмотрено максимальное наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до 7 лет. Так что фигурант этого дела еще хорошо отделался. Теперь ему нужно будет строго соблюдать условия отбывания наказания. В случае злостного уклонения от отбывания такого наказания в виде ограничения свободы, оно может быть заменено на лишение свободы 1-2. То есть 3 года ограничения свободы – это 1,5 года лишения свободы, то есть фактически колонии. Вот к чему может привести глупая беспечность. Безусловно, обвиняемый сожалеет о случившемся и корит себя за то, что сразу же не сдал найденное оружие. Что вы можете сказать другим людям, у кого есть вот это оружие, что вот есть любое оружие? Лучше сдать, чтобы не было таких, как сейчас получилось у меня.